Здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яван. И мне уже надоело скрывать, что будет на обновлении 1.9. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Самое главное, какие системы добавят на сервер, какие тачки добавят на сервер, и когда все-таки выйдет долгожданное обновление 1.9. Так что я хочу, чтобы вы подписались на этот канал, ведь такую годноту больше вам никто не даст. Ну да, пожалуйста. Ладно. Итак, во-первых, где я взял инфу? Инфу мне предоставил один из админов, смотрим там. Говорить никто не буду, потому что его просто уволят с работы, можно сказать. Или просто заберут хелперку. Да, спалил уже. Короче. Тачки. Скринов не будет сразу, чтобы не палился этот админ. Я просто буду называть тачки и там скриншоты с интернета. Первое, это будет Лада Веста. Второе, ну Лада Веста, ну бля, кто не знает. Я просто буду говорить там тачки, чтобы долго не затягивать, да. Второе, это Porsche Cabric, Porsche Carrera S911. Неужели я просто дождался, что его добавят? Добавят новый Touareg, это будет персик. Также для оффроуда добавит Defender Land Rover. Добавит также i8 на электричестве. Добавит Tesla Cybertruck. Тоже она будет на электричестве. Добавит Matisse. Как ни странно, добавит Matisse, да. Он стоить будет, вроде мне админ говорил, что-то 600 или 800. 600-800 тысяч, уже точно не помню. Добавит 21-ю Волгу, с которой вы можете сделать хот-род. Йоу. Хот-род с 21-й Волги. Да, это, конечно, топчик. И, конечно же, хотел бы расстраивать одного из игроков. Но добавит семерку. Вместо пятерки добавит семерку. Да, админы уже добавляли семерку. Потом вместо семерки сделали пятерку. А теперь вместо пятерки делают семерку. И давайте все вместе. Короче, да. Такие вот тачки добавят. Второе, давайте системы. Система первая. Это Lowrider. В чем прикол? В некоторое время в Лос-Сантосе, возле ЖДА, там недалеко, там систему изменили. Кто проходил одиночку, знает, там Lowrider миссия была, где вы на саванне ехали. И типа приезжали, ну ставили пневмоподвеску, ну типа не пневмо, бля, я забыл, гидравлику, вот. Но это по идее пневмоподвеску в жизни. Короче, неважно. Ставили гидравлику и ехали на ЖДЛС, и там были Lowrider, можно сказать, эти танцухи по танцухе. Короче, вам надо было нажимать на клавиши. Так вот, в некоторое время на смотра каждый день будут проходить такие вот состязания. Можно сказать, их будет раз в 3 часа вроде, и они будут в разных городах. Какая суть? Имей тачку на пневмоподвеске, приезжать, и вы можете поучаствовать и заработать много денежек. Второе, это симулятор повара. Ну как, короче, в штате есть закусочные, нам надо кушать. Вот это поворот! И нам сказали, что Александр, это главный админ, смотри, поугарал и назвал его Харчо у Ашота. Не, ну если смотреть на некоторые правила и ответы в медиках, то я ничего не удивлен. Короче, в чем прикол? Вы приходите на работу, вам дается скин такой жирной-жирной поварихи. Вы идете и просто варите там суп, ну борщ там, да, борщец, бабули, там еще какие-то блинчики, не знаю, пончики, Макдональдс. Короче, у вас будет эта работа, она будет находиться на селе, я забыл, как она называется, там где ферма. Вот, вы приезжаете, устраиваетесь, вам просто надо будет переносить там, нажимать разные клавиши, чтобы сделать еду. И за это, конечно же, будете получать деньги, но это начальная работа. И третье, это система собирания говна. Да, вам не послышалось. Какая суть? Вы едете в аэропорт ЛВ. Я не знаю, почему все такие странные работы.
Короче, вы едете в аэропорт. Ой, какой аэропорт? Порт Алаэс. Вам выдается грузовик. Такая вот газелька. Там с бочечкой и т.д. и т.п. Вы ездите по домам и просто откачиваете говно с унитазов. Это просто охуенно. Если я не ошибаюсь, за один рейс вам надо будет потратить, ну, вы можете с ЛС выпасть в ЛВ, в СФ, ну, где-то 5 минут, и это где-то будет 70 тысяч. И хотел сказать, что это работа вдвоем. То есть, игроки, которые будут работать вместе, им будут давать по некоторому количеству денег. То есть, я, например, с кем-то поехал, мне дадут 50 тысяч, ему дадут 50 тысяч. Один выполняет роль водилы, а второй тот, что идет, откачивает, короче, да. И самое главное, когда же выйдет долгожданное обновление 1.9? А выйдет оно в воскресенье, уже в это воскресенье, в 18.00 по МСК. Уже в это воскресенье вы сможете поиграть на сервере с новыми тачками и новыми системами. На этом все. Надеюсь, меня не забанят, этого админа тоже. Ставьте лайкос, если вам понравилась данная инфа. Не, ну мне лично обновление понравилось. Вот. Пишите комментарии по этому поводу. Всем желаю хорошего дня и настроения. И всем пока.